Нихуя себе, блядь. Hey, всем привет, путники интернета, с вами Никет Сумакакайта, и это игра Килбай, если можно так выразиться. Перед нами какой-то шарик, я так понимаю, с ножками. С зелеными глазами, у меня тоже, кстати, зеленые глаза. В общем, это игра от создателей Californication, от создателя, точнее, Californication The Game. Он говорил насчет игры, я помню, которая... создается как благотворительность для слепых. Если мне правильно еще перевел переводчик, то я, конечно, извиняюсь, если я неправильно что-то сказал, если меня создатель смотрит, но тем не менее, в общем, я зашел на почту и увидел то, что 10 еще апреля, оказывается, вышла игра Килбай. Я посмотрел, немного поиграл и решил действительно записать. И автор нуждается в поддержке, поэтому как бы я его поддержу, естественно, я уже поиграл чуть-чуть. И могу сказать, что... А хотя ладно, я на потом это оставлю, сейчас я хочу ознакомиться с игрой. Давайте, ладно, начнем. Именно килл здесь соло играть значительную роль все-таки. Как видите, на самом деле, мелодия, если честно, смешная для меня. Сразу вот так вот. Начинается. Не знаю, автор сочинил мелодию сам или нет, но мне нравится, как она звучит. Так, я так понимаю, мы играем за попрыгунчик. Как это называется? Короче, присоска. Да, вот. Я хочу назвать это присоской. И здесь нам надо собрать 10 звездочек. В общем, и так ясно, здесь вот... для PlayStation, это для, наверное, PlayStation для контролера все-таки, ладно. Так, что тут у нас, дождик? Ага, можно. О, как эти цветы называются, если честно, я не помню. Блин, ладно. Я не помню, если честно, как эти цветы называются. О, снеговика там вижу. Так, Так, а это можно полить? А, нет, все. Что случилось? А, и птичка хватить, у меня все. У меня есть. Блин, как ее подобрать-то? А как быть-то? Подождите, сейчас. Здесь можно поменять, кстати, вид. Я уже играл, сейчас покажу. Трансформ. Кстати, трансформация. Сейчас. Jump, shoot. Ага. Угу. Камера. Это что будет у нас? О, видите? Такое ощущение, как будто это Hotline Miami или GTA. Ну. О, вот это мне больше нравится, кстати, вот. Кстати, а почему такой недовольный попрыгунчик? Я его попрыгунчик буду называть. Давай, ой. Кстати, да, это фишка этой игры. Попрыгунчик пердит. Вот, если я правильно выражаюсь, вот. Ну ладно, я сделаю такой вид, потому что он мне нравится. И тут самое интересное... Да хватит пердеть, я прыгать хочу. Сам прыгает, ну ладно. Опа, все, взяли. У нас уже 3 звездочки есть. Итак, а что мы здесь видим? Это лед или камень? Не знаю, ладно. И здесь, кстати, я здесь пробовал, хотя мы не можем взять уже дождик. Так что ладно. И здесь в этой игре, кстати, нельзя умереть. Тут есть кровь. Казалось бы, кстати, что это детская игрушечка, но нет, здесь есть кровь. Ладно. Заходим так. А, обратите внимание то, что вот это осень, сзади было лето, это весна там будет, и это зима. Ага. О, какой жирный! Я вспоминаю, как я играл в Antarctic, пингвин игру. Первая игра Хидео Кодзима. О, давай поборемся с тобой. Ну-ка, давай, перди свои силы, толкай! Ой. Пузатому толкай, давай. И пузатый мне ничего не сделает, кроме как просто отталкиваюсь своим пузом. Мне напоминает, если честно, это Crash Bandicoot. Ой, Crash Bash. Кстати, посмотрите на его лицо. Недовольное такое. У нас тоже, кстати, недовольное лицо, я скажу. Что случилось такое, что у нашего, так сказать, главного героя недовольное личико? Ладно. Так вот тут тебе нельзя ударить. Не, никак вообще нельзя, да. Я ж отлетел. Да, интересно, тут нужно сыграть футбол с крабиком. Что мы сейчас и сделаем. Вот тут у нас есть пляжный мячик.
Блять, если я пробью его, это будет плохо. А есть замена, кстати? Давайте попробуем. Если он летит за как-то, это будет плохо. У меня так один раз было. Так, стоп. Ах ты, сучка! Не, не вышло. Ну-ка еще раз. Блин. Блин, куда он улетает? Ой, ой. Это что сейчас было? За текстуры зашел. Так, ну, игра сделана на движке Unity, естественно. Так, давай. Блять, я сам это сделал. Ладно, назад идем. Нет, только он не улет... Ой, фу. Подождите, я могу через текстурки пройти? Я настолько маленький, что, наверное, могу. А, хотя нет. Давай пердежом ударь. Давай! Блин, сейчас, если получится. А-а-а! Как ты еще не пробил этот мячик? Ептить-колотить. Блять. Ладно, я нападаю. Сейчас. Хопа! Давай! Давай. Да блин, у меня тогда это вышло. Куда ты полетел, ё-моё? Он настолько пердит, что он может взлететь на башню, кстати. Попробуем потом. Ладно, это все. Мне сейчас главное забить гол крабику. Давай. Да блядь, ты заколебал. Сейчас еще раз. Бежим. Присоска попрыгунчик его будем называть. Давайте вот так вот. Давай, я тебя уделаю сейчас. Давай. На, блядь. Блин, полет Валькирии вспоминается на самом деле. Тон. Блин, ну куда ты? На самом деле я не знаю, я не хочу долго возиться с этим крабом или да, краб это рак хотел сказать. Я рак в этой игре сейчас. Блин, да. Давай. Не пробил? Блять, ну только... Да, сейчас был звук, как будто он его пробил. Или ты пердёшь, уже не могу разобрать. Да блин, ну... Давай, так... Давай! Да меня бесит уже. В тот раз, когда я не снимал, вот реально вышло нормально. О. Козёл. Стоп, стоять! Ну, не, вроде как бы легко надо... А, через меня? Нет! Я машинкой могу стать, кстати. На Е кнопку нажимайте и, в общем... Ой. Ну, мы сейчас вообще пробьем мяч, мне кажется. Ой, куда ты? Нет! А, он, кстати, он появляется обратно. Это круто. Я так бы сказал, бы игра не доделана, но... Он появляется, значит, нормально все. Так, давай, блядь. А, тихо! Ответственный момент. А, так, что я сделал? О, мы тут в Думгая можем превратиться. Ну, в солдатика, ладно, я скажу так. Кому непонятно, Думгай это персонаж из игры Дум. Что это за звуки? Так, и вот ты. Так, и нам надо стрелять, кстати, да. Ну, как пошел? Давай. Или это опенинг из аниме какой-то? О, курочка. Я хочу подобрать ее. Тихо! Блин, не, нельзя. А прыгнуть сюда нельзя, что ли? Блин, все еще пердит, ё-мо. Так, сразу скажу, вот эти вот обезьяны, которые снизу, которые держат флажки красненькие, можно, они внизу. Сейчас. Давай! Так, я уже все сделал это. Теперь нам надо еще и вниз туда. Но здесь снизу, говорю, сразу нету. Так что ладно. Ну, думаю, игра реально быстро проходит. Сейчас мы за одно видео все это и сделаем. Что за хрень? Давай, прыгай. А-а-а! Блин, не вышло еще раз. Почему я оказываюсь, кстати, на летней локации? Я, конечно, люблю лето, но я был на границе с зимой, как бы. Давай еще раз. Да. Не знаю, правильно я сделал или нет. Короче, сейчас... Ой, я... Попрыгунчик упал вниз. Не, сейчас этого не было. Ну ладно. Так, я так понимаю, здесь надо стрелять. Давайте-ка попробуем. Опять рок начался. Так, это что такое? Кнопка красная, шляпа, что это? О. Надо на время собирать все. А на низ не надо ничего надеть? Чё? Да? Стоп, что? Я не понял.
За это определенное время мне надо все сделать. Стоп, нет, стоп. Что-то не то. Ах ты, Сайонар бой. Я понял на самом деле. Все, я видел. Все. Сейчас все будет. Это я, если честно, не смог. Так, уйди от меня, пожалуйста. Хотя я неправильную тактику сделал. А, ой, блин. Не, я не успею. За такое быстрое время, не, я... Блин, этот жирный плеть мешает. Подождите. Можно его убить? Ох ты, кровь. Ни хрена себе. Дети, не смотрите, это не детский контент. Настолько жирный, блядь, я тебе за карту хочу. Давай! За карту! Гоним его отсюда, гоним! Sayonara, baby. Опа! А что это за звук был? Такое ощущение, как будто это звук из Duke Nukem, если честно. Так, а тут что у нас находится? Нет, стоп. Марио? А вот это тут неожиданно, это я не знаю. О! О, даже тут такое есть! Блин, не, мне на самом деле пока нравится. А может здесь что-то есть, будки? Алло, собак... А, я через нее могу пройти, ладно, окей. Это немножко недоработка. Так, а тут может что-то есть. А может пердеть странно... Нет, он стрелять умеет. В общем, это попрыгунчик-пердежник. Есть у нас автомобиль и... Ну ладно, окей. Это, кстати, пасхалка на Марио, если вы не поняли. Я пойду соберу пока... Так, сколько у меня осталось? А где звездочки? О! Куда я улетел? Где я? О, отлично. Корова? Может тебя убить? Сердечки? Окей. Она может ударить меня? А, ну ладно, окей. Ой, а это, если честно, я боюсь. Ну ладно, попробую. Блять. Извиняюсь. Сколько мы будем падать? А, ну в общем, я понял, что делать. Говно? Не понимаю. А что с ним делать? Мне, кстати, не показано, сколько мне надо еще собрать. Это глюк или что? Говно, может на мясорубку говно? Вы понимаете, что может говно с корови дать? Не знаю, катапультой. Как вы думаете? На бублик похоже, но это говно. Сейчас. Выдвинем его туда. Выдвинем. Попробуем. Да блин, ё-моё. Так через мост можно это все сделать? Блять, он как будто сам ходит. Остановись, говно! Стой! Ты мне нужно! Не, подождите, для чего говно здесь надо? По приколу, что ли? Ладно, давайте сконцентрируемся на том факте, что сейчас говно нам не полезно. Ай, я поранился. Ай-яй-яй. Сейчас мы просто должны взять и... Сейчас. Короче, попробуем так. Я не долетел! Это печально. Нет, надо все-таки это сделать, надо долететь. Или. Нет, с помощью, может, машинки попробовать? Я что-то отключил, по-моему, да? Мне просто не пока. Подождите. А, это. Все, я понял. Короче, когда мы стреляем, вот, какие мы. На превьюшку, может, вот надо. Как бы на превьюшку сделать. Ой, подождите, нет, не рисун. Возле пингвина надо было сфоткаться. Ну ладно, окей. Я попробую так сделать. Сейчас. Опа. Вот, все. Я превьюшку такую же поставлю, думаю. Так. Ну, думаю, давайте прыгай. Опа. Ну, попробуем, давайте сюда, как бы. Я не знаю, корову надо или... Почему? Что это такое? А, меня опять кинуло. Так ты же, ё-моё. Вот, да. Машину можно сбить корову машиной? Нет. Чё корова делает на небесах? Она сдохла, что ли? Как бы я стреляю сюда,
я не знаю, подождите. С какого надо вообще убить нахрен? Я понимаю то, что вон там вот есть у нас ключик, но, по-моему, не знаю, ладно, не столь важно. Корова нам поможет или нет? Честно. Так. Блядь, ну я не допрыгиваю, ё-моё. Мне опять надо топтать туда. Вот это, если честно, обидно. Я уже чувствую хардкор. Или я... Блин, опять я подлетел. А, пердёж! Почему? Блин, точно, я пердёж не использую. Он всегда спасает в этой игре, думаю. Сейчас попробую. Ты-ты-ты-ты-ты. Блядь, я опять вниз падаю. Не, если честно... Иногда, конечно, я... Падаю вниз, а иногда нет. Ну-ка, сейчас я попробую. Так, еще раз. Давай, лети! А-а-а, я улетел! Блин, я ж выше крыши полетел. Блин! А что делать? А как быть? Меня стреляет. Так, не... Короче, ладно, здесь надо... Возле коровы остановимся, пожалуй. Вот. Да почему? Я рядом был. Что за бред? Почему? Подлететь еще ближе надо? А куда ближе там? На машине, что ли, ехать надо? Нет, я не думаю. Я не знаю. А, может так вот? Почти! Блин, почти! Вы видели? Почти! Я почти на самом деле... я долго падать буду? Почти! Короче, сейчас летим за монеткой и пердежом. Это единственный шанс, в общем, добраться до монеты. Вот сейчас. Я думаю, у меня получится. Я уверен. Давайте. Лишь бы не улететь. Блять, я раньше времени все это сделал. А! Да, подожди, стой ты! Отлично. А это что за желтая санина? Ой. Да ладно. Такое ощущение, как будто я су из жопы. Извините меня за выражение. Блин, а если честно, веселая игра, мне нравится. Та-та-та-та-та-та. Все. Я проделал путь. Сколько мне осталось вообще, в принципе? Мне звездочки не показаны. Здесь есть конец игры какой-нибудь? А, сейчас я соберу вот это, по-моему, последнее осталось, да? Как поменять камеру? Стоп, подожди, пеликака, как поменять ее? Почему мы довольны все в этой игре? Сейчас я управляю... Ой, ладно, плевать. Так, си... А, извините. БСД, ладно, все, короче, ладно, мы поняли. Зачем говно? Вопрос. Может, оно для чего-то реально нужно? Зачем его добавили? Вот это вот. Паком забыл здесь. Что здесь он забыл? Вот именно. Так, стоп! Стоп, куда ты? Остановись. Вперед. Двигаем. Давай. Его вперед можно затолкать вообще? По идее, можно. Ну, сам отталкивается. Я не знаю, зачем это нужно. А, подождите, может растоптать его как-то надо. Что здесь? Что? Расстрелять говно, я не понимаю. Что? Не, говно не вообще. Под пули оно не лезет. Тогда пойдемте выполнять то задание. Давай, вот это вот. Нам никто здесь не помешает, я думаю, все нормально будет. А, блядь, так, Опа, монетка. Так, окей, и что дальше? 9 из 10. Монетка, вот так. Что здесь? Последняя осталась. Может, корову убить надо? Не, а что делать? Вот последняя у меня осталась. А прыгать как-то же можно, нет? Я просто, если честно, не понимаю, что делать с коровой-то. Я просто в облака стреляю.
блять, ну кого вы? Нет, стоп, подождите. Делаем так вот. Коровы ничего. Или это просто объект здесь? Ее нельзя сбить даже. Я и тачки, я и... Мальчик. Подождите, нет, что-то я не понимаю. О, сердечки. Милки Вей напоминает чего-то. Так. Ладно, падай вниз, я не... Блин, а... Что с говном делать-то? Не понимаю. Серьезно. О, я прилетел, неужели? Может, га... А, может, в говне медалька? Подождите. Где оно? А, подо... Опа, тихо. Ну, спасите меня как-нибудь. Что это такое? Зачем? Что это такое? А в чем прикол? Опа, 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 это что такое? В очко какой-то. Куда я лечу? Зачем? Да куда я лечу? Помогите мне. Что это такое? Нет, я не понял еще раз. Может, говно с собой взять? А где оно? Вы видите его? Кстати, я не вижу его. А, вот оно. Куда ты в угол заперлась? Полетели со мной. Может, реально полететь с говном надо? Я первый раз такое вижу. Нарисована какая-то санина. Летит с говном в прыгунчик, который пердит. Ну, давайте, ладно, если уж так уж пошло. Давай, полетели. Нет, я с говном не полетел, к сожалению. Ну, ладно, полетим туда одни. Попробуем. Парам-пам-парам. Ну, не знаю, авторские права на мелодию не будут надеть. Ой! Нет! Под текстуру, да. Не, ну, может, как-то можно? Давай, взлетай, ладно. Сейчас я не должен врезаться. А куда бы лететь? Ну, возможно, я понял, что надо делать сейчас. Вот это, видите, очко? Это дирижабль, кстати, или что? Нет. Это корова, но корову я сбить не могу. Ну давайте сюда. Что это такое? Я просто лечу, я ничего не делаю. Тогда у меня вопрос, что делать-то? У меня последнее задание осталось, это собрать 10-ю медальку. Я не понимаю просто, что делать. На этой локации мы все сделали, окей. Здесь мы тоже все сделали. Я думаю, ничего тут. А, подождите. Подождите, не идея. О, у него кровь есть. У снега есть кровь. Неожиданно. Стоп, серьезно? 10-0. Thank you for playing. Ваше время 21 минута. О! Да ладно, я прошел игру, ура, наконец-таки. А, давайте посмотрим кредиты все-таки. А, итак, программист, извини, если честно, если ты сейчас меня смотришь, если я неправильно прочту никнейм, Микаэль Кэмпс Артеза. Я надеюсь, правильно прочитал. Дизайнер Макс Сизаковский. Блин, ладно, извините, если я неправильно прочитал, мне немного будет стыдно тогда. Так, музыка Toxic Eternity Party Rudish Neon Sounds. Кстати, насчет музыки, на Gmail, если что, если можешь мне написать, может, я помогу с проектом написать какую-нибудь мелодию. Ну, если так уже в корнях будет, почему бы и нет. Я вот сейчас для одного проекта тоже пишу мелодию. Так, 3D-модельки... Ладно. В общем, скажу сразу, мне понравилось. То есть, действительно, мне нравится эта игра. То есть, она коротенькая, действительно, но... Для начинающего программиста это вообще круто. Я честно скажу, в каком-то смысле это лучше даже Californication The Game. Мне очень понравилась игра, так что я советую скачивать, кто не играл в нее еще. Ну так, просто побегать тут не быстро. Например, у меня вообще 20 минут вышло, и... Если честно,
не зря потратил свое время на данную игру. Хорошо, что я вообще зашел на e-mail. Разнообразие тут такое, и пасхалки на Марио есть, и Блин, на самом деле, я не понимаю, что с говном это было делать, но, по-моему, ладно, мы уже все фишки здесь в игре рассмотрели. И вопрос, если честно, почему недовольный... как этого назвать персонажа можно? Давайте его назовем... Попрыгунчик Пердёж. Вот так вот, давайте. Я имя... Так. Ну что ж, я был рад поиграть, советую, как я сказал. Я с вами прощаюсь, с вами был Никетсу Маракайта. На Unity, в общем, автор продолжает дальше делать проекты. Я буду очень рад сыграть и в остальные игры. Я извиняюсь, я немного, если честно, забыл. Если бы не зашел бы на e-mail.ru, я бы, ну, не заметил бы. Хорошо, что судьба так уж решилась. Ладно. Удачи всем. Пока. Разрабатывайте игры. И я тоже в них буду играть. Творчество — это замечательно.